Новый скандал в Жуковке. Новый стадион, Лесная поляна, отремонтировали. Сделали беговые дорожки, футбольное поле. Но, как жалуются жители, он запирается. Раньше в любое время жители могли прийти, побегать, позаниматься на турниках, спортом. А теперь ворота, калитки закрыты. Стадион новый, но попасть нельзя. Кто так делает? Видите, все заперто. Причем приезжала общественная депутация, единороссы, депутаты приезжали из Брянска, с Москвы замминистра спорта приезжал. Объект якобы открыли. Ледовый дворец мы уже показывали, что жители попасть не могут, простые. Нет ни графика работы, ни тариф, ничего. А теперь просто на стадион побег не дают. Ни на брусь, ни то никак позаниматься. Что это за стирательство Жуковки? Кто это придумал? Зачем нужен стадион жителей, который попасть невозможно? Ни побегать, ни позаниматься спортом. То есть стадион новый, но пустой. Зайти нельзя. А еще говорят, Жуковка территория спорта. Спорт не для всех. Вот, то есть и забор привезли новый, зайти нельзя. Раньше ночью можно было побегать, позаниматься, и вечером. Сейчас у нас еще около 6 вечера, а уже зайти нельзя.